Слава Украине! Привет всем от Полонского. Есть апдейт по бомбовне, которая была сегодня утром в Приморско-Ахтарске. Это на берегу, скажите мне, Азовского моря, Краснодарский край, город, откуда по Украине постоянно летят шахеды. И не только шахеды, как оказалось, в этом городе находится гвардейский так называемый полк штурмовой авиации России. Если я не ошибаюсь, 960, но не суть в названии. Там стоит очень много штурмовиков различных типов, но все их объединяют, что это грачи. Су-25 различных модификаций. Вот. И рашисты сегодня с утра сначала сказали, что были беспилотники, они их все позбивали. Немножечко позже начали признаваться, что сбили не все. И что что-то там прилетело по воинской части, что им разбило воинскую часть и поразило место, где хранились шахеды. Вот. Но это не только это. Вот. Ну а теперь потихонечку начинают уже, да, сознались в том, что их собственная ракета ПВО разбила трехэтажный дом. Ну оно понятно, когда летит дрон, а этот Панцирь-С, он абсолютно слепоглухонемой, начинает плеваться во все стороны. Понятное дело, что ракеты Панцирь-С наносят больше ущерб иногда, чем те объекты, которые он пытается сбить. Вот. И, собственно говоря, сейчас к вечеру уже пришла информация, опять-таки, от рашистов. Информация следующего характера, что несколькими дронами, а также, внимание, двумя ракетами поражен аэродром вот с этими Су-25. Причем это они сами признали, если говорят, ну вот прилетело две ракеты и дроны, и один военнослужащий ранен. Ага, охотно верю. Когда прилетает ракета, ранен только один человек. Тут даже без вариантов. Ну, как можно не поверить в такое? Конечно же, да. Так что, друзья мои, смотрите. Вот этот Приморско-Ахтарск, он сегодня получил малую-малую толику того, что он приносит на украинскую землю. Фактически, он просто получил небольшую ответку, небольшую карму такую, да, того, что вот его шахеды, которые вылетают с его границ, как говорится, летят к нам и наносят нам какой ущерб, какое горе. Вот. А я так по видео слушал, как местные там реагируют на эти дроны, как оказалось, на ракеты. Там и ракеты прилетали, но не суть важно. Как они удивлены, что вообще такое происходит? Как такое может быть? Ну как такое может быть? Вы начали войну против Украины, вы убиваете здесь женщин и детей и думаете, что война это там, далеко, а там, в Приморско-Ахтарск, ничего не прилетит. Не, ничего не прилетит, кроме нескольких дронов и парочки ракет. И так каждый день. Все будет Украина.